уже захватила новогодняя лихорадка? Если нет, то после нашего сюжета вам точно захочется срочно отправиться за покупками. В торговом центре «Солнечный» стартовала уникальная акция «Лови деньги в солнечном». Это отличная возможность при совершении новогодних покупок еще и заработать деньги на подарки. До 30 декабря регистрируйте чеки от 5000 рублей на втором этаже у администратора «Молоко» и получаете билет в единственную в Тюмени денежную аэрокабину. Подробности акции можно узнать в группе «Молоко» ВКонтакте vk.com/молоко. В кабине летают самые настоящие деньги. Купюры от 50 рублей до 1000 можно ловить в течение 10 секунд. В итоге, сколько наличных окажется в руках, столько вы и унесете с собой. Испытывать удачу можно по будням, правда, не более 3 раз в день. Заработать ценные билеты в денежную аэрокабину поможет шопинг. Отправляемся на поиски самых заманчивых предложений. Порадуйте себя покупками в нашем магазине «Мазекс» на втором этаже торгового центра «Солнечный». У нас огромный ассортиментный перечень товара. Блузки, юбки, брюки, платья. Мы поможем подобрать стильный образ вам к Новому году. Год огненного петуха обещает быть насыщенным и ярким, так что встречать его будем смелым нарядом. Все оттенки красного, золотого и желтого придутся кстати. Также стоит обратить внимание на аксессуары. Символ года любит роскошь и блеск. Магазин «Стильная штучка» поздравляет с наступающим Новым годом и приглашает представительниц прекрасного пола к нам в гости. В салоне представлен широкий выбор вечерних, коктейльных и деловых платьев. «Стильные штучки» – индивидуальный подход к каждому покупателю. Демократичные цены. Действует скидка по карте «Молоко» 7%. Провести праздники и зимние каникулы с комфортом поможет теплая верхняя одежда. Магазин «Класна» находится на первом этаже торгового центра «Солнечный». У нас представлен широкий ассортимент мужских и женских пуховичков. Размерный ряд начинается от 38 и до 60. В преддверии Нового года у нас предоставлены скидки от 10 до 50%. Подготовка к любимому празднику идет полным ходом. Заряжайтесь новогодним настроением и скорее за покупками. Дарья Тетерина, Сергей Кондаков, «Тюменское время».